Улыбки, теплые слова и благодарность. Волонтеры-медики поздравили прекрасную половину человечества. Праздник подарили тем, кто вынужден был встречать его не дома. Все в той же областной детской больнице молодые люди порадовали всех женщин тюльпанами. Среди пациентов, например, маленькая Екатерина Никитина. Она вместе с бабушкой в больнице уже 14 дней. С самого утра к ним с подарками из Углича приехала семья. Бабушке сестра подарила заколку, а Кате достались сладости. К ним присоединились и волонтеры-медики. В рамках всероссийской акции «Вам любимые» они поздравляли женщин, которые находятся в лечебных учреждениях региона. Был такой небольшой шок первый раз, как бы очень приятно на самом деле. Поэтому в больнице не часто такое встретишь, чтобы вот в такой день пришли, приходили, поздравляли. Очень приятно. И бабушке, думаю, понравилось, и дочке понравилось тоже. Любовь и заботу, которую они нам дарят, она не написана в учебниках, ее не выучить наизусть, она передается от сердца к сердцу. И очень хочется пожелать нашим дорогим бабушкам, мамам, дочерям, сестрам, чтобы в душе у них всегда цвела весна, а радость и любовь была неизменным спутником в их жизни.